Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 5. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту. Гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, стройную фигуру и легкую походку. Итак, мы говорим о витаминах группы В. Витамин В9 или же фолиевая кислота. Это женский витамин, необходим нам не только для красоты, но и для нашего женского здоровья. Витамин В9 участвует в синтезе белковых молекул, помогает продлить молодость не только кожи лица и тела, но и волос. Также фолиевая кислота чрезвычайно важна для женщин, в особенности для будущих мам. Именно она участвует в развитии мозга и нервной системы плода. Поэтому необходимо принимать В9 на протяжении всей беременности и лактации. Где же находится фолиевая кислота? Искать этот важный витамин В9 следует в зеленых листовых овощах, шпинате, листовых салатах, брюссельской капусте, брокколи, спарже, пивных дрожжах, авокадо, апельсинах и землянике. Фолиевая кислота содержится также в печени трески, говяжьей и свиной печени, также в твороге, цельных злаках и бобовом. О других витаминах вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.